Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя президиума НПП Атамикен Тимура Кулибаева. Об этом сообщила пресс-служба Акорды. При встрече председатель президиума Нацпалаты рассказал о текущей деятельности Атамикена и его дальнейших планах. В свою очередь Касым-Жомарт Токаев напомнил о важности развития микро- и малого бизнеса, а также эффективного использования безналогового режима для предпринимателей. По мнению главы государства, для расширения масштабов малого бизнеса необходимо организовать широкие обучения начинающих предпринимателей.